Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Женя ГП. Ну, короче, Женя просто. И с вами я, Артём. Да, Артёмка. Короче, мы сейчас на котельной вот здесь вот. И там, короче, дядьки. Сейчас я их попробую заснять. Вон там. Я вам засниму это с другой стороны. Он побежит. Сейчас мы будем здесь сидеть, потому что захотят съебаться. Ну, короче, уйдут. Сейчас я передаю камеру ему. Он мне будет снимать. Снимай меня. Привет. Вот тут, короче, мы сидим, нам реально страшно. Такие чумошники. Продолжим. Мы сейчас поставим паузу на видео на паузу и продолжим, когда они уйдут. Блин, короче, мы уже очень много ждали, целый час, наверное. Полчаса сидели. Да, полчаса. Они никак не уходили. Я сейчас камеру попробую снять, и заснять. Вот я, вот он я. Привет всем. Попробую заснять. Короче, нас чуть не запалили. Сейчас на всякий случай возьму мячик мой. Он вот он в кустах. Ёб твою мать, крапива. Вот крапива. Есть. Вот мячик наш. Залезаем обратно. В таких случаях мы ран делаем. Вообще в этом видео мы залезем. На эту башню попробуем. На эту башню. Сейчас они еще уйдут. Залезаем обратно. А возможно и нет. Поэтому кто знает. Да. Я сейчас... Может, он мне передает камеру, когда ты залезаешь. Ну вот. И мы сейчас будем... снимать. Ну, я не могу снимать. Вон они. Блин, надо приблизить. Вон. Человек. Вот он может. Сейчас нажму на паузу и потом встретимся. Мы тут уже сидим час и ничего не происходит. Блин. Там. Я сейчас передаю камеру Артёму. Вот мои грязные штанцы, вот мои кеды, да. Продолжение следует...
Чуваки, они ушли. Не ушли, да. Вон они, короче. Вон они идут. Вон, вы их видите, они вон там идут. Тут какой-то бомжара лежит. Мы не понимаем, кто это. Мы лучше пойдем отсюда. Мы лучше вот сюда сваливаем. Короче, видео на этом заканчивается. Всем пока, ставьте лайки. На наши каналы Артём 360 и Женя ГП. Я ему сегодня создам канал попозже. И всем пока-пока.